Всем намасте! Сегодня праздник, отмечают мусульмане, Ид Мубарак. Поздравляю всех, кто мусульмане, поздравляю всех с праздником. А мы едем в Ноиду, там очень классный карнавал, Sea World карнавал. Будут рыбки плавать, аттракционы. Я вам все поснимаю, покажу, я думаю, вам понравится. Мы приехали в Ноиду. Welcome Sea World карнавал. Сейчас Сид пошел за билетами. Билет стоит 30 рупий на одного человека. Представляете, какой дешевый билет. 60 рупий на двоих. Сейчас посмотрим, какие рыбки будут плавать. Смотрите, какая заставка. Мы зашли вовнутрь, здесь туннель с рыбками, аквариумы. Разные рыбки. Скажи, Тея, это фиш. Фиш, Тея. Пойдем, пойдем дальше. Тоже большие пошли рыбы. Побольше аквариум. Спасибо. Какая большая длина. Как называется? Сильвер Арона. Ты забираешь и кушать буду? Это что за рыбка? Как называется? Шар. Тайгер шар. Тайгер шар. Черная. Вот какая. На щуку похожа. Носатая. Глянь, какая сидит. С носом длинным. Ой, тут какие маленькие. Много малых. Маленькие-маленькие, такие красивые. Глаза смотри, девочка. Черные. Глаза, да. Телескоп айс называется. Ого, глаза какие. Кругленькие. Телескоп айс? Да, такая какая-то глазастая. Ух ты какая, смотри, у него волны какие. Это шарк для гриль. Это черепаха. Где а где ее голова, не пойму. Нет. Это какая? Black Ghost Knife. Black Ghost? Да. А что она пузом кверху? Или нет? А, она так плавает. Там. Тимона! Большой аквариум. Тейка! Глянь, сколько здесь много. Ой, как много рыбок, да, Тея? Ой, какая большая.
Вау! Ой, ты же как много! Большая рыба! Вот какая! Под нами большой аквариум. Пойдем, зайчик, пойдем. Детки смотрят рыбы. Иди, не бойся, иди сюда. Так, прошли мы рыбок, посмотрели рыбок, и, как всегда, мы попали на ярмарку. Детские тапочки. О, что здесь только нет? Мебель. Смотрите, какие продаются здесь тумбочки и вазы. Красивые. Сейчас ради интереса узнаю, сколько стоит. Я думаю, это недорого все стоит. Боже, что здесь только нет. Наряды индийские. Так, я потеряла свои. Где они есть? Нашла своих. Так, Сид тут что-то хочет купить уже. Чатни надо? Здесь, это вкусно. Это пикель? Чатни? Да. Не надо. Мне надо. Ну, купись, я не знаю, что это. Илло, когда мы делаем тесто, блек нимбу. Нимбу, да, лимон, да? Я говорю. Тесто. Чтобы для меня не делать. Ну, I don't want. Это спайси? Не, нормально. Катта мита. Не, окей. Весь гарбич. Итак, мы тут уже подсели на всякие чипсы, намки. О боже, здесь еще и паровоз едет. Мало того, что здесь людей миллион, так тут еще и паровоз едет. Мы купили сушеных бананов. Это такие чипсы из бананов сделаны. Есть Simple Classic, просто солененькие. Это с перцем, это с масалой острые. В общем, здесь чипсов на любой вкус и цвет. Я не знаю, хватит ли у меня батареи все это снимать и памяти, потому что здесь очень всего много, очень. Это сладости какие-то. Я вот sweet, мита? Yes, friends. Детские игрушки всякие. Ну, такое неинтересно. Такое у нас и на базаре можно найти. Сейчас пойдем на аттракционы кататься. Так, здесь у нас чаи. Еда индийская вся, закуски. А здесь у нас аттракционы, видите, он. Там много-много всяких качелей, лунопарк. Я захотела попить сока. Масала-бина. Вот такой сачок мне сделали. Тростниковый.
льет ей сок. Ей нравится. И чипсы, и сок. Красивая девочка моя. Так, идем смотреть динозавров. Ты и я. Смотри, какие динозавры. Это кто еще там такой в яйце? Ой, придумали, капец. Дона? Слушай, ну прикольно они придумали. Какие они гигантские, большие. Динозавры. Ой, какой, глянь, большой какой, у него зубы большие. Большие динозавры, да, Тея? Ого. Представляешь, Сид, раньше на Земле были динозавры, да? Большая ящерица. А чё, правда? Это же большие ящерицы.
по 3, по 4, по 5. Не-не, она такой точно не может сама. А есть такая карусель с лошадками. Но тоже Тейка сама не сможет. Она может вылазить, а я с ней не была, не могу здесь сидеть. А ну посади чуть-чуть ее покатать так вот. А это мужчина крутит вручную, представляете? Теона? Тея же танцует. Ой, принцесса разбеглась. Вот сейчас на таком аттракционе покатаемся. Здесь такие дешевые билеты на каждый аттракцион по 50, по 70 рупий. Вот сюда 50 рупий стоит билет. Сюда тоже там 30, что-то вообще мало совсем. Классно. Ну, сейчас мы покатаемся все вместе на таком аттракционе. Тейка, держись крепко. Не боишься? Mm-hmm.
это электроскутер. Один лак стоит 100 тысяч рублей. Прикольно. Ну, Тея и здесь машину себе нашла и катается. Смотри, аккуратно, Тея. Ой, смешная. Вот и все, мы нагулялись, едем домой уже. Телефон у меня сел, сейчас в машине подзарядилась немного. Нам так понравилось, классно было. Накатались, наелись все. Такие браслетики у меня красивые сегодня.